знаете, ответственно, что ли, это вот советовать что-то касающееся детей. Ну, жизнь показывает, практически все мы заряжены. И, как правило, с самого детства. Вот я помню, у меня частенько были язвы от стоматита. Такая белая язвочка возникает. Ну, вот она. И там лечили. То так полечат, то сяк полечат. Кстати, эти же язвочки были и у моего сына. Он уже, правда, вырос. Возможно, и сейчас они возникают. Сейчас у меня этих язвочек нету. Значит, лечение всякое было, какое-то такое лечение там не было. Естественно, вот сейчас спрашивают меня, как, чего там, погонять этих там грибков и прочее. То есть в организме человека любого с детства обитает огромное там количество всевозможных вот этих вот болезнетворных бактерий, грибков и так далее. Но важно, что если они не чрезмерно какие-то агрессивные, то с ними можно там жить, мириться и так далее, изредка там полечили, грубо говоря, раз в год, да и забыли, так как бы сказать, нормально. А если это дело делается чаще, и плюс важно понимать, что эта зараза тлеет внутри нас с самого детства, самого раннего детства, и уже в зрелом возрасте и пожилом возрасте это может приводить к серьезным заболеваниям, граничащим с жизнью и смертью. Вот, надо, естественно, с этим уметь бороться. И вот когда, смотрите, мы начинаем принимать противопаразитарные травы по бабушке Бурьевой, они начинают действовать. Естественно, вот это, как это действие выражается, чтобы важно нам понимать, как оно выражается. Оно выражается, естественно, в обострении. Вот эта вся эта зараза, которая там, знаете, мирно и тихо у нас там живет и размножается, она, почувствовав душняк, начинает вылазить. Как правило, на слизистые поверхности, на кожу начинает вылазить. Идет обострение, и в некоторых случаях даже возникает температура. Ну как тут быть, особенно с детьми? Вот детям даете, естественно, дозировку в зависимости от возраста ребенка, раз в 10 меньше, чем взрослому человеку. Смотрите, что и как проявляется. И вот, например, грубо говоря, что касается стоматита. Пошел этот стоматит. Что еще? Можно дозировать, и даже поднимается температура, это говорит о том, что организм активируется и начинает выжигать энергию. Ну страшно за ребенка. Что? Чего? Как? Сбить температуру и так далее. Сбить температуру — это значит сорвать вот эту естественную реакцию организма на выброс вот этого там грибка, этих там болезнетворных бактерий. И в то же время чрезмерно высокую температуру не допускать. Ну, грубо говоря, что касается температуры. Допустим, температура 38, там 39, такая. Значит, делается повязка на пульс. Повязка, марлевая повязка, смачивается уриной. Уриной ребенка или вообще уриной. Вот, смочили, повязали сверху целлофановый пакетик и, допустим, еще разок забинтовали. То есть это позволяет снизить температуру естественным простым способом. Раз. Что касается температуры. Ну, если уж температура слишком там большая, действительно там не хотите, ну, принимайте там соответствующие там препараты, которые там эту температуру снижают. Они там известны. И причем пользуйтесь такими детскими и проверенными. Не надо каких-то там этих. Но это на крайний случай. На крайний случай. И мы говорим сейчас о детях. И вот это обсыпание местных слизистых вот это вот этими язвочками во рту. Значит, дальше начинается местное использование. Как правило, вот эти вот стоматит, он не любит вяжущего вкуса. То есть вы можете развести квасцы, даже можно просто-напросто пальчик окунуть, мазать там слюной, и это, в квасцы окунуть, и уже квасцами потереть вот эту вот, грубо говоря, стоматитовую там язвочку.
конкретно ее. Можно полоскать, можно вот так вот. Есть такая трава скумпия, я ее покажу, какая она. Значит, из нее делается отвар, он тоже очень-очень вяжущего вкуса, и он прекрасно действует против вот этой вот грибков, против этого стоматита и так далее, которые поражают детей, да и взрослых. То есть полоскать. И здесь надо полоскать, надо как можно чаще. Полоскать буквально-таки, но через каждый час. И в итоге, применяя внутрь травы по бабушке Буревой, без трав, которые вызывают послабление. То есть первая часть, там где-то 4 травы, это там укроп, тмин, там фенхель и еще какая-то там трава, я не знаю, кориандр. Кориандр или не кориандр, вот эти вот травы, которые вызывают послабление, вы их не используете, они не нужны. То есть мы их применяем против паразитов. И как показывает практика, довольно-таки хорошо действует. В зависимости от того, сколько этих там, грубо говоря, насколько организм поражен вот этой вот инфекцией, настолько вот эти ответные реакции проявляются. У детей, мы сейчас говорим про детей. Значит, наружно меньше, можно на время обострения прекратить прием вот этих вот трав по бабушке Буревой, а полоскать, продолжать полоскать. Как улучшение наступило, можно опять их там продолжить. То есть вот такими вот вещами. Ну и опять-таки, берите ответственность на себя. Понимайте, что происходит там с вами, с вашим ребенком, как ему помочь и вырастет здоровым человеком. Пишите, что знаю, то это я расскажу, покажу и так далее. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.